Друзья, всем привет. 8 часов утра местное время. Стоял, наблюдал, только что рыба плавала поверху. Вон даже бульба с воды осталась, ныряла там. Рыбочек так и продолжает расти. Собаке, ну не имется пойти погулять. Ну пойдем. Пойдем гулять, да. Так, надо занести будет розмарин. А то так как бахнет, температура ночью низкая, ему будет хана. Пойдем. Пуня разлегся на тропинке. Рыжик на своем месте. Кисюня, ты опять лезешь под листья. Это кто не слышал, я уже говорил, это чеснок в зиму посаженный. Еще посадили лук. Тоже в зиму. Напал. А птички поют как весной. Вот так. Ух. Ничего себе. Пуня недовольный. Шипит. Ну, когда не хочется играться, он и не будет играться. Пуня. Чего ты горбатый такой стоишь? Видите, он не ударил, он просто малыша отпугнул и все. Молодец. Понимает, что он маленький. Еще не сюда. Все понимает и изображает. Да, маленький. Так. Балдеем. Скушал сегодня свой утренний стик. И вышел, выскочил погулять. Стоит мне только дверью хлопнуть. Он уже в маленькую дверь попрет меня, бежит. Что там? Мышки лежали. Пошли дальше. Вроде догнал и остановился. Чтобы перестраховаться там. Собака своя или чужая? Ну что, Кисюня, своя собака. Хвост живет сам по себе. Остальные-ка ты не знаю где. Где-то находятся. Наверное, в доме где-то попрятались по углам, да спят. Но в темно, они черные, их не видно. Не холодно на улице. Ну как, относительно. 11 градусов тепла. Ну, вчера включил котел, подтопил немного, чтобы было поуютнее. Ну что, 17 не очень комфортная температура. А сейчас чуть больше 20 градусов. Так более-менее нормально. Сейчас попьем кофе и поедем к 9, закончим вчера начатое. Ноги валять не могу. Налазился на лестницу вчера по лестнице. Прям вот как колом стоят. Ничего. Тут приятная усталость, как говорят. Ходит поверху, видите? Вон, малек маленький такой. Ну, толку вот этого нет. Он ходит. Ходит и все. Не проявляет интереса к наживке. Тоже такой присутствует небольшой туман на улице. Но тоже утро классное такое. Тут практически ветра нету. То там водную гладь разгоняет немного. Че, собакин, ты за водой или по воду? Ага, поймался. Поймался. Рудик тоже на водопой пришел. Крадется. Ты ж только что пил дома воду. И пил, и ел. И кашку собачью вчера немножко поел. Воздух чистый. Класс. Что, пойдем? Хватит, где там водицу пить?
Ладно, подождем, пусть попьет. Все, подождали мы. Хватит. Напился воды, лапы мокрые. Рыба сбросилась только что. Что там, Рудик? Еда. Он так внимательно на все смотрит. Пойдем домой. Там тепленько, сухенько. Полночи где-то лазил. Пойдем мы, друзья, в дом. Положим спать маленького. Всем хорошего мирного дня, друзья. Вот такое. Бульбочки выходят, водичку попил, как у маленьких. Всем мира, добра. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.